Монро, поскольку левша, он заступает за переднюю ногу. Справа хороший удар от Геннадия. Четкий Геннадий проводит. Слева неплохо встречает Монро. Ну, таким легким выпадом, ударом, да. Он до этого пропустил. В общем, боксер довольно недооцененный. Справа попадает Геннадий. И по джебам тоже. 10 точных джебов в среднем у Головкина за раунд. И 4 только лишь джеба у Монро. Он победил уже многих, но... Удар слева тяжелый. Нет, нокдаун. Нет, я поймал в тот момент, когда Монро не видел удара. Он пытался провести свою атаку. И ударом слева, как раз тем самым, которым Геннадий уже пристреливался. Да, да, потрясен, потрясен. Сейчас будет бой, останавливать надо, мне кажется. Ну что, Роман Гонсалес у нас за два раунда разобрался с соперником, и там было 3 нокдауна. Тяжелый удар справа. Да. Слева опять Геннадий попадает. Ну что, продержится до конца раунда Вилли Монро? Гонг прозвучал, продержался. Так вот, очень многие болельщики ждут супербоев, суперсоперников, вернее, Геннадия Головкина. Не дает ни секунды отдохнуть, финтит. На атаку и в этот момент поймать. Снова удар слева. Попадает. По корпусу его так прессовать, как это было в предыдущем раунде. Ну, посмотрите, молодец Монро, конечно. Отвечает и успешно. В этом раунде совсем неплохо смотрел. Немножко обороты. Он, кстати, недавно сказал, что я мог бы боксировать совершенно осторожно, но публике это не очень нравится, поэтому... Еще раз поймал Геннадия. Дважды. Это и так видно. Но Монро, как ни странно, самый успешный раунд, 3-й оказался. По корпусу справа. Панчинг. Когда он идет на соперника, вызывает его на атаку, а потом контратакует. Ну, сейчас Монро наносит удары. Хорошо, комбинация. Два удара справа в корпус и 2 в голову. Здорово. На Абельсанчинсом и Геннадием. Что сейчас? Ну, по сути, сродни самоубийству. Великолепная была атака Геннадия. Левый снизу. Апперкот пришелся в цель. Подогнулись ноги у Монро. Включился Геннадий. Включился. Такой, как мы уже говорили, активный контрпанчер. Смотрите. По корпусу тяжелый удар. Пока легко работает. Не вкладывается в удары Геннадий. Вообще забыл о защите. Потому что, ну, он сам так чувствует. Он сам, я думаю, видит свои возможности. И действует так, как он считает правильным. Мы где-то ошиблись. Извиняйте. Мощные Геннадий, удары, да. Подкосились ноги у Монро, Геннадий попадает. Еще раз. Нокдаун. 3-й нокдаун этого поединка. Очень мощная была атака. Да, действительно, знаете, вот я соглашусь, что Геннадий делает то, что он хочет. Он бой делает, то есть устраивает зрелище. Посмотрите, он не пришел в себя. Ты вымотает. Хочешь продолжать? И, по-моему, Монро сказал нет. И да. Джек Рис останавливает поединок. Ну что ж. В 5-м раунде очередная победа Геннадия Головкина. И я соглашусь, что все это он делал сознательно, друзья. Вы видели, да? Давал поработать сопернику. Шел на него, практически не защищаясь. Шел в какой-то такой размен. Причем не выбрасывал сильные удары. И сейчас сделал такой спурт.
включился и буквально переехал соперника. At 45 seconds in round number 6, as referee Jack Reese has to call a halt to the contest, the winner by TKO victory and still undefeated and still the middleweight champion of the world, Gennady Triple G.